На такій прекрасній ноті залишається одне – повернутися у нашу бадьору ранкову студію, познайомити вас з Андрієм Печеним, маркетинг-директором одного дуже важливого… Привіт! Прилажуха, як воно буде? Скажи. Додаток. Додаток. Так, друзі, ми, знаєте, у наш застосунок, от мені навіть підказують, у нашій студії ми говоримо про корисне. І от наскільки я знаю, що цей додаток, ну, просто максимально корисний. Додаток основується на у формі казок, щось, якусь важливу інформацію доносити дітям. Як працює додаток? Очень просто. Это мобильное приложение, его можно скачать, можно сгенерировать случайную сказку, можно выбрать уже из готовых сказку. А на основе этих сказок они были разработаны методистами Монтессори. Ну, то есть огромная проверка. Да, огромная проверка происходит от психолога до момента попадания в само приложение, иллюстрации, сама сказка. Вот. Что ребенок может от этого получить и какую пользу несет само оно? Угу. Родитель может заложить и выбрать ту историю, скажем так, при которой он хочет научить ребенка выполнять какие-то... Не просто выполнять, а осознавать действия, которые он делает. То есть хочет научить его проявлять более заботу, дружбу, еще что-то. Для этого есть истории, в которых ребенок еще примет решение, как поступит главный герой этой сказки. Вот. Тобто, як воно виглядає? Як, не знаю, тести, в тебе є варіанти відповіді? Ні, ну, це тобто... як сказка. На даний момент це сказка візуально, текст можна прочитати, ну, просто нам немного більше 2 місяців самому прототипу. В дальнейшем ми бачимо це як искусственный інтелект уже в виде анімаційних мультиків, більш простих. Зараз у нас є можливість записати на диктофон це родительським голосом. Це дуже важливо. Ого! Клас! Да, коли мама починає доводити інформацію при помощи главного героя сказки своїм голосом. Ребенок это осознает как то, что ему очень близко, это голос самого близкого ему человека, и вещи, которые в игровой форме передаются этой сказкой. То есть очень важно иногда даже можно ребенка научить не проявлять агрессию или проявлять более открыто свои какие-то другие формы. Ну, емоції і рішення. Я зараз згадую, от чогось, не знаю, у мене асоціація, Рей Бредбері, 451 градус по Фаренгейту, коли дружина головного героя, вона просто сідала перед телевізором, там йшла п'єса, і наступав момент, коли вони на неї поверталися, і вона мала вибір сказати так або ні. Ось це така ж сама система. Да, я можу показати, на самом деле, то есть, проходя какой-то определенный этап сказки, ребенку нужно принять решение. Это очень важный паттерн с детства сделать самостоятельным ребенка. Основная задача самого нашего проекта – это создать неручных детей. То есть многие в нашем мире стараются детей, как это сказать, подстроить под свой образ жизни. Нет, так. Дети должны с детства приучаться, что они сами несут ответственность за решение, сами несут ответственность за действия, которые будут после их решения. Вот. И принимая даже элементарно в сказке, типа, как поступит герой, он берет на себя уже эту ответственность и несет в дальнейшем, скажем так, результат всего этого. За сколько часу дитина может зрозуміти ось цей меседж, який ему доносят? Тут по-разному. Тут на самом... не только от ребенка. Какой месседж мы хотим донести? Чего мы хотим донести? Может, кому-то уйдет, там, я не знаю, полгода читать, да, на постоянной основе. Кому-то за один раз ребенок поймет, затригерит где-то в дальнейшем, ну, в реальной жизни это. Это сложный вопрос, поэтому тут, я не знаю, психолог, наверное, Монтессори наш бы более детально смог ответить. От я хочу запитати саме про психолога. От як саме проходить вибір там тієї чи іншої казки? Як психолог на що звертає увагу, можливо, ти знаєш? Тобто, що робиться для того, аби прийняти кінцеве рішення? Так, все, оця казка там корисна для дітей, от вона буде там в нашому застосунку. Основной фактор – это то, чтобы в сказке не было никаких агрессивных паттернов. То есть все, что может вызвать у ребенка раздражительность, агрессию или принятие таких абсурдных решений, это мы сразу отвергаем. Плюс к этому всему мы стараемся не использовать в сказках, как это сказать, в нашем мире токсичные истории, то есть, которые должны... их события очень быстро происходят, и ребенок, в принципе, не понимает, какой конечный итог всей истории.
Вот. А если поэтапно рассказать, как это, ну, автор пишет сказку, у него либо есть техническое задание, после этого Монтессори проверяет, после этого у нас проходят иллюстрации. Если иллюстрации и сама история сказки подходит, дальше она попадает в приложение. То есть критериев на данный момент один из основных — это то, что все авторское. То есть мы стараемся, каждая сказка у нас написана авторски, и под нее подстраивается история. В этом мы хотим научить там избавляться от страхов или, наоборот, брать на себя больше ответственности. Вот. А ілюстрація робиться також лайтово? Бо я зараз дивлюсь, у мене є декілька скрінів, і ну, мені подобається ця анімація. Прям сильно подобається. Просто питання у чому? В тому, що чи це лайтова анімація для дитини саме? Это, да, это специально было разработано, нетоксичные рисунки. То есть это очень большая ставка на них, потому что мобильные приложения, которые есть, например, на рынке или наши конкуренты, они очень токсичны. В двух планах. Первый план — это токсичность их контента. Друзі, я вибачаюся. Ти кажи, я зараз просто покажу глядачам. Я сподіваюся, зможемо максимально близько дістати, от наскільки це можливо. Просто подивіться, наскільки приємні малюнки ці. Ну, типу, мені, як дорослому, ну, дуже подобається. Це спеціально було, ну, скажімо так, ми робимо великий акцент на ілюстраціях, щоб повністю убрати токсичність. Тобто, ті мультики і та графіка, яка використовується во многих, скажімо так, таких проєктах або аналогах, вона, ну, 21-го століття така, агресивна, ярка, все має блістити, ще щось. Але насправді це не дуже добре впливає на психіку, особливо з дитячого віку. От тому ми відійшли більш лайтовим. Да. Як буде розвиватися в подальшому, ми бачимо себе в цьому направлінні. Тобто, що ми хочемо придержуватися цього стилю і не міняти його, не йти в токсичність цвітів, не йти в наповнення, я не знаю, каких-то мультяшних, очень ярких таких образов. Ну, тобто, зараз цей застосунок вже є на ринку, і вже батьки можуть ним користуватися. Да, правильно, да, на даний момент. Що буде змінюватися? Чи, можливо, буде якось оновлюватись цей додаток? Да, ну, итерация обновления у нас происходит практически каждый месяц. То есть в этом месяце у нас уже появилась функция озвучивания голосом родительским, в прошлом его не было. В следующие три месяца мы видим уже внедрение искусственного интеллекта, то есть на основе которого будут базироваться сказки. Сейчас большинство сказок генерируются авторами, в дальнейшем мы хотим на основе действий, которые принимает ребенок в сказке, то есть как он выбирает, какой исход событий, генерировать под него следующие этапы. То есть на данном у нас есть под каждую развилку по одному этапу. Дальше мы хотим, чтобы это было намного глубже. И как это сказать? У сказки практически не было окончательной версии такой. То есть она всегда будет... Открытый финал? Да, да, да. Ух ты. Если так можно сравнить чем-то, это игра была «Сталкер» когда-то. Так. То есть где куча разных финалов, и каждое твое действие приводит к разной концовке, разному всему. Вот сейчас у нас просто три таких разветвления. При появлении искусственного алгоритма, ну, мы сможем дополнить, скажем так, вариативность этого всего. После каждого выбранного действия будет приниматься то, которое повлияет наибольше, скажем так. Слухай, хочеться от дізнатися також, живемо то в цифрову еру, да. Ж всім зрозуміло, там і штучний інтелект. Я розумію наразі, от наскільки велика користь від саме цього додатку. Проте завжди у кожного додатку є дві сторони медалі. Якщо дитина, наприклад, сама буде щось генерувати там, чи можливо так, що вона може сама собі нашкодити? Сама собі нашкодити. Ну, чи можливо нагенерувати якусь там страшну історію? Ні, вона не може нагенерувати ніяку страшну історію, тому що, як я вам говорив, перед тим, як будь-яка історія попаде в цю сказку, вона проходить огромний пул перевірок. Вот. І просто, скажімо так, із воздуха ця історія там не візьметься. Поэтому этого точно не може бути такого, що просто хакерська історія якась, і туди вшиють те, що... Ні, це все лежить у нас на серверах, і це для того, щоб зробити хакерську, скажімо так, DDoS, це треба дуже сильно постаратися, знайти наші сервера локально, вот, і потім вже міняти сам код цього всього. А так як ще приложення через... Офіційний там App Store або Google магазин. Практично нереально, так? Да, да. І наостанок хочу запитати, от що кажуть батьки, можливо, самі діти, які вже покористувались, спробували, які відгуки? Слушайте,
Вообще мы не ожидали, что нашим приложением будут пользоваться не только родители. На первых этапах мы получили фидбэк того, что там дети, подростки и даже взрослые люди сами себе начали читать эти сказки. Класс. И с психологической стороны им помогало это расслабиться перед сном, успокоиться, уснуть. Вот. А для детей мы развиваемся не только как приложение, но и как социальный и чуть больше проект. Вот. Для родителей мы несем пользу того, что они иногда не знают, как довести своему ребенку без крика какую-то информацию. Или как вот он делает так, и я не знаю, что с ним делать. Вот я просто, это основная боль, я не знаю, что с ним делать. И мы стараемся благодаря приложению, благодаря там, коммуникации в социальных сетях, еще где-то помогать решать им это. Фидбэк на самом деле сейчас очень классный. Стараемся дополнять контентом, дополнять объемом сказок, всего остального. Вот это такой основной сейчас, скажем, наш драйвер продукта. Давай вот. Так, сам грався? Ну да, каждый день. Сколько казок сгенерував? Я их не просто генерирую, я их вычитываю. Я практически каждую, все сказки, которые есть, я их стараюсь вычитывать. То есть там со стороны, если как маркетинга, мне это нужно, чтобы понимать все это. Ну я маю на увазі, от якщо відкинути роботу, тобі самому навіть цікаво гратися? Да, да, да. Ну я же говорю, как это сказать, я сам большой ребенок. Ну типа, если мне кто-то будет читать, я буду так же сам рад, вот, а самому себе, ну да. Класно. Та ну що, ми сидимо тут спілкуємося, у мене вже, знаєш, виникло бажання почитати там, причому не просто на ніч, а саме після ефіру. До речі, цю штуку можна якось, знаєш, там реалізовувати, можливо, в якихось дитячих садках. Да, да, да. І так далі. Есть. Я вам хочу сказать, наша целевая аудитория, или правильно сказать, люди, которым мы хотим принести пользу, это не только родители, это братья, сестры, бабушки, дедушки, воспитатели, психологи, методисты детские, все остальные. И многим из них это несет огромную пользу. В детских садах мы уже провели, скажем так, некоторые коллаборации маленькие. Вот. Воспитатель эти сказки в кругу читают. Дети учатся вместе коллективно принимать решения, поодиночке принимать решения, нести какие-то выводы более основанные, ну, скажем так. И это круто. В дальнейшем, вот сейчас у нас проект есть, тоже в этом месяце мы собираемся запустить. Ну, то, что я говорю, мы не просто мобильное приложение, мы чуть больше. Мы хотим помочь детям из детских домов. То есть, например, да, мы не просто даем им приложение, мы даем им свое приложение, берем у них инструмент рисунки. Инструмент им даёт, фактически. Мы даем им, ну, воспитателям наше приложение, они начинают. Дальше дети читают, у них генерятся какие-то новые идеи, мысли, они начинают зарисовывать это. Мы берем эти рисунки, и параллельно с этим у нас открывается второй продукт. Это вау. Мы продаем эти рисунки благотворительно, и все деньги, которые поступают, мы отправляем на счета детских домов. І головне фінальне питання, я не уточнила, це безкоштовно? Да, на даний момент це безплатно, але в дальнейшому, ну, як будь-який бізнес, ми повинні генерувати якусь нефть для себе і для того, щоб рости. У нас буде небольше ограничення по сказкам, тобто буде преміальний контент сказок, і все. Наш великий плюс – те, що ми ніколи в приложенні не заведемо рекламні ітерації. Вот. Супер. Ну, ти знаєш, я особисто в захваті, я хочу потиснути твою мужню руку. Дякую за те, що ви робите, бо робите ви дійсно важливу справу. Ну тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали, і ми обов'язково зреагуємо.